До конца 2017-го в Курской области планируют завершить строительство нескольких социальных объектов. Школу в Медвинке, фельдшерско-акушерский пункт в Щегровском районе, станцию скорой помощи в областном центре. В ближайшее время продолжится строительство школы на проспекте Клыкова. Сейчас идет аукцион по выбору подрядной организации. По школе Дереглазова, значит, она в настоящее время введена в эксплуатацию. Ну и для того, чтобы ее запустить как бы в работу, необходимо соответствующим образом оформить лицензию на эту деятельность, организовать юридическое лицо. В настоящее время вопрос решается о том, чтобы ее выкупить у застройщика. За 9 месяцев 2017-го в регионе введено в эксплуатацию больше 330 тысяч квадратных метров жилья. Темпы роста индивидуального строительства в нашей области выше, чем в среднем по стране, на 12,5%. По уровню зарплат в отрасли мы занимаем третье место в ЦФО.